Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you can behave. Мы решили заказать пиццу вот такую вот вкусненькую. Там смотрим всякие передачки. Тут кушаем пиццу. Сегодня я хочу поделиться с вами своим адвент-календарем, потому что он нереально классный, и мне за все это время попадались очень прикольные подарки, которых хватит мне с моим-то использованием на год, на годы, мне кажется, даже. Так что сейчас я вам быстренько покажу, что же входит в этот как супер-календарь. В общем, это все подарки, которые входят. Я снимаю так, чтобы не проспойлерить себе часть календаря. Потому что еще мне открывать подарочки и открывать. Итак, вот те продукты, которые попались мне в этом календаре. Вот тут такой крем, я его просто обожаю, это мой фаворит. И еще тут крем для глаз, но я не очень понимаю такие штуки, поэтому не знаю. Очень понравились духи, на удивление. Вообще с духами тяжело как бы подобрать все, но эти духи, блин, я в них сразу влюбилась. Особенно вот эти от Валентино очень крутые. Потом мой фаворит — это вот этот карандаш от Lancôme черный. Всегда пригодится. Что еще мне нравится? Вот эта прикольная умывачка. Вот это очень крутой серум. Я теперь себе такой тоже хочу. Потом из актуальненького — это бальзам для губ. Как бы сейчас на зиму пригодится. В общем, и еще мне нравится вот это молочко для тела, потому что, ну, я не знаю, у него, во-первых, прикольный запах, во-вторых, он легко впитывается, а по сравнению с вот этой штукой намного лучше, потому что это не молочко для тела, это лосьон, но он настолько парфюмированный, что я просто не могу, надо его совсем чуть-чуть наносить. Ну и, конечно, вот эта штука, это просто вау! Консилер от Yves Saint Laurent, который в магазине стоит 30 евро где-то, короче. Я календарь свой сразу же отбила. В общем, пока что такие покупочки мне попались. Сейчас давайте с вами откроем 14 сегодня число. Так, интересно, интересно, что же попадется нам сегодня? Итак, о, что-то большое. Оу, и это у нас опять лосьон для тела. Господи, уже мне мазаться, не перемазаться. Знаете, на любой вкус и цвет. Ну, в общем, такие подарки. Будем дальше открывать вот это все остальное. Ох, рада, мой первый календарь и первый такой прикольный, стоящий, которым реально можно пользоваться. Вообще, помимо елки, я решила купить вот такие украшения всякие на стол. Вон поставили, нашли елочку, ее спилили, и она просто валялась, и мы решили взять веточку. Очень красиво смотрится. Мы в лесу нашли дерево, которое хотели обрезать, и мы с него сняли вот такие елочки или сосны. Или что? Поставим для новогодней атмосферы дома. Запаливаем здесь огонечки, и все так прикольно светится. Так что, если вы готовитесь к Новому году, то это очень прикольная идея — украсить обеденный стол и вообще все, что вы только можете украсить. Еще такой лайфхак. Сейчас, конечно, плохо видно, но мы на цветы, у нас очень много цветов. Навесили вот такие мини-гирлянды, мы запаливаем их вечером, и смотрится просто идеально. В общем, так что тоже еще один лайфхак, как украсить и где ваш дом. Вообще, изначально на стол я покупала еще вот такую вазочку,
И вот такие типа блестящие цветочки. Но, как вы видите, выбрали в пользу елки. Хотя это тоже, блин, смотрелось бы очень прикольно. Я экстра купила. Но теперь это стоит в другом месте, ждет своего часа. Вообще, у меня на этой неделе последние пару дней перед каникулами в языковой школе. Так что я стараюсь не прогуливать эту неделю. Мне уже пора выбегать в школу, поэтому буду выбегать. В общем, рада была, что вы посмотрели этот мини-влогмас. Надеюсь, вы чуть-чуть вдохновились. В общем, а мы встретимся с вами в следующем видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и все, что там требуется. Yeah.